Сами ведь ели теплые батареи. День пережить, да ночь продержаться. В таком режиме Сергей Васильевич прожил всю зиму. Рассказывает, с валенками и пуховым одеялом не расставался. И все это время боролся с поставщиком тепла, компанией «Коммунэнерго». Мужчина рассказывает, энергетики просто экономят на людях, подают в батареи еле теплую воду. За весь отопительный, прошедший отопительный сезон в этой квартире, да во всем доме, было тепло 2 дня. Когда подняли в котельне температуру до 92 градусов. Всего 2 дня. Затем резко снизили. Было на улице 27 градусов мороза. В квартире, вот в этой комнате было 17, в той комнате, в дальней комнате угловая, было 14. Со своей бедой Сергей Кириченко обратился к главе Самары Дмитрию Азарову в прямом эфире программы «Диалог с городом». Мэр согласился, вопрос наболевший. В администрацию то и дело поступают жалобы от самарцев. Но котельные еще прежние городские власти передали по долгосрочному договору аренды компании «Коммунэнерго». Теперь нынешняя мэрия пытается договор расторгнуть. Сергей Васильевич абсолютно прав. На 20 градусов в период морозов температура была ниже нормативной. Человек, вот этот руководитель компании, экономил в 30-градусные морозы, экономил на газе. То есть не на полную мощность котельной работали. Но мы все сделаем, чтобы эти котельные вернуть в муниципальную собственность, чтобы эта компания не работала на рынке энергопоставок. После прямого эфира к Сергею Кириченко пожаловала целая делегация. Представители городской администрации, управляющей компанией «ВАСКО». Только от «Коммунэнерго» так никто и не пришел. Мы связались с руководством по телефону. В компании ответ один. Мы тут ни при чем. В управляющую компанию обратитесь, пожалуйста. Дома обслуживают управляющие компании. Все проблемы домов они решают, должны они решать. Заместитель руководителя департамента ЖКХ Юрий Козельский пообещал жильцам, договор с нерадивым поставщиком тепла будет расторгнут, если понадобится, в судебном порядке. Тем более, что компания, которая возьмет на себя обязательства вместо «Коммунэнерго», есть. У нас на сегодняшний день подготовлено муниципальное предприятие, которое получило, отрегулировалось непосредственно у регулятора и получило тариф. Муниципальное предприятие «Жилсервис», которое готово взять на себя бремя ответственности по содержанию данного имущества. Расторгнуть договор аренды с «Коммунэнерго» администрация Самары планирует до начала следующего отопительного сезона. А руководителю компании за экономию на людях придется ответить. Областная прокуратура сейчас проводит проверку. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело. Мария Иваткина, Дмитрий Тарасов. События.